19 ноября состоялось заседание Общественной палаты. На повестке дня было несколько тем, в том числе вопрос об общественно-политической ситуации на территории Ленинского района. Подробности далее. Владимир Ивлев, председатель Общественной палаты, открыл заседание и предоставил слово председателю Совета депутатов Ленинского района, который рассказал собравшимся о работе администрации. Решением Совета депутатов сейчас, значит, Тимур Вячеславович Гаевский является исполняющим обязанности главы администрации Ленинского муниципального района, то есть исполняет те исполнительно-распорядительные функции по организации работы администрации Ленинского муниципального района. Вот. В дальнейшем, значит, как вы все прекрасно осведомлены, уже на прошлой неделе Московская областная дума в четверг, значит, поменяла закон Московской области 55-й. И предусмотрела для Ленинского муниципального района прямые выборы главы района. Следующей темой, обсуждаемой на совещании, была ситуация по нарушению прав человека в СНТ «Солнышко». По словам землепользователей, при наличии у них всех разрешительных документов находятся желающие также стать хозяевами этих участков. Открытые ворота. Вы ушли погулять. Зашли люди, разметили, и через месяц появляются новые хозяева. Как вы к этому отнесетесь? Понимаете, да? Этот вопрос Общественная палата обязалась взять на контроль и направить рекомендательное письмо в администрацию района. Еще несколько тем были подняты в процессе заседания. Такие, как организация движения на территории города, вопрос о корректном названии автобусных остановок, возможность организации парка имени Павла Федоровича Гаевского и многие другие. Также на совещании были предложены кандидатуры консультантов-экспертов, которые в дальнейшем будут осуществлять работу с членами Общественной палаты в различных сферах деятельности района. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.